Большая беда случилась 23 мая в деревне Дегтярева Ивановского района. Трехлетний ребенок утонул в канаве с водой. Малыш гулял один недалеко от дома и, предположительно, заигрался и соскользнул в траншею с дождевой водой. Тело малыша обнаружил один из рабочих, занятых на строительстве коттеджа, принадлежавшего семье погибшего ребенка. Сотрудники следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.